территориального Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения Новосибирской области. Все это, естественно, непосредственно согласовывается на уровне правительства Новосибирской области. И таких сейчас объектов на территории Новосибирской области и города 6, в том числе и наш Тимуровец. Ольга Николаевна, с какого числа в Тимуровце находится? В Тимуровце у нас заселились вот буквально 8 числа вечера, когда прилетел борт. Мы их принимали в 21:45 вечером. Ольга Николаевна, на крайнем выступлении президент сказал о доплатах для медицинских работников, которые работают с потенциально заболевшими. В Бердске будут такие доплаты? Да, конечно, потому что, во-первых, эти доплаты предусматривают медицинские сотрудники, которые занимаются профилактикой распространения коронавирусной инфекции.